устраняете или нет? Сейчас я устраню. В Махачкале прошел профилактический рейд под названием «Тонировка». В ходе него выявляли различные нарушения, которые могут поставить под угрозу жизнь водителей рядом сидящих пассажиров. Стоит напомнить нашим водителям, что согласно действующему законодательству, светопропускаемость переднего лобового стекла должна быть не менее 75%. 3.1. Пропускаемость 3.1. Должно быть 75.0. Сказать, что эта пленка не пропускает свет, можно и без специального прибора. Снять пленку сотрудники просят на месте и даже готовы помочь правонарушителям в этом. По словам полицейских, подобные рейды одинаковы для всех, будь то дорогая иномарка или обычная приора. К тому же сейчас лишь предупреждают, а в случае непослушания – протокол и штраф. Подобные проверки ГИБДД обещает проводить регулярно. Транспорт мы снимать, составить не можем. Мы единственное можем только попросить, по просьбе, если водитель сам инициативу проявит и снимет. Если нет, составляется административный протокол плюс постановление. Выписывается требование на один день. Алина Багила, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала.